Итак, нас ждет колоссального напряжения матча. Право на ошибку минимальное, если вообще оно есть. Любая оплошность здесь будет стоить очень-очень дорого, поэтому мы с нетерпением ждем такого настоящего испытания. Жесткая борьба за мяч продолжается. Щенников. И продолжает ситуация, вот этот эпизод, оставаться неясной. Кто завладеет мячом? Дениса. Шишкин. И стоило атаковать, стараться потеть, чтобы закончить дело вот таким неточным ударом. Отлично выбрал позицию и совершил перехват. Мимо. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. А иногда говорят, атака идет по вертикали. Кто знает, может быть, этот гол останется единственным по истечении 90 минут.
ж, капитанской повязкой потрясает игрок, забивший гол. А вот, конечно, не в камеру ее, просто радуется. Красавец, красавец капитан этой команды. Носит повязку по праву. Я прямо слышу этот звон, с которым он забил мяч головой. Быстрый гол. Быстрый гол. 9 минут сыграли и забили. Брызгалов. Загоев. Самедов. Жестких стыков сегодня мы насмотримся. Видите, начинается матч, и сразу начинают судейские свистки. Незаметно внешне делать свою работу. Так вот в этом эпизоде. А вот удар. Ух, молодец. Выручил команду. Вытащил мяч не берущийся. И будет команда подавать угловой. Спасает голкипер ворота, но придется еще ему стараться. Угловой это серьезно, коли умеешь их подавать. Свистка, да, штрафной удар. Брызгалов. Денис Душаков. Дмитрий Камбаров. Очень важный и нужный для защиты перехват. Я пока не очень пойму, чей этот мяч. По-моему, пока он не чей. Дмитрий Камбаров. За боковую мяч попал, оттуда же и будет возвращен в игру. Щенников. Загоев. Идет игрок в подкат, по-моему, не нарушая правил, мяч забирает. Алан Загоев. Что-то затевает. И это ударная позиция. Вот шанс забить. Он забивает, и счет в матче становится ничейным. Thank you.
Комментаторы любых возрастов, любых национальностей говорят в таких случаях, все начинается сначала. Они не совсем правы, но на 80% все-таки да. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. И теперь уже атака может покатиться в другую сторону. Еременко. И обратно. Посмотрим сейчас, насколько команда отрабатывает на тренировках угловые удары. Защитник он попал. Еременко. И все-таки до конца защитник мячом не завладел. Еременко. Получил, отдал, открылся. Закон футбола на коротке. Пошла борьба. Плотность игры непременная составляющая футбольного матча. И атака развивается флангом. Перехвачен мяч. Можно отдохнуть. Обратная передача. Хороший шанс до удара. Дистанция не имеет значения, потому что позиция требует удара по воротам. Но по мысли было здорово, согласитесь, хотя и перехватила защита мяч. Этот перехват — награда за его старания. Великолепный удар, великолепный гол. А вот такие мячи не берутся. Претензии тут надо предъявлять не вратарю. Спрашивать нужно защитника. И какой невероятный удар у него получился. Очень красивый гол. Давайте посмотрим еще один повтор этого замечательного гола. Щенников.
Амбаров. Не получается удар. Передернули, да? Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Дмитрий Камбаров. Да, чуть-чуть прицел бы поправил, и мяч мог бы оказаться в воротах. Очень чисто. Мяч на фланге забирает игрок. И сейчас мы штрафной с вами посмотрим. Дениса. Ну же! Не подстроился, по-моему, игрок под мяч. Или что-то другое не сложилось. Во всяком случае, результат мы видим. Совсем-совсем не точно. Шишкин. На опережение. Момент при... И арбитр показывает на точку. Я не знаю, будут ли спорить после матча по поводу законности этой карточки, но мне представляется, она безусловная. Она абсолютно справедливая. Вопрос в том, почему она появилась. Потому что это, что называется, фол последней надежды. Тоже еще забить надо, и ему это удалось. Очень хорошая хладнокровная реализация. Уверенно он подошел к мячу, очень хорошо пробил. Вратарю оставалось только мяч из сетки вытащить. Этот мяч стоит того, чтобы увидеть его еще раз, и еще, и еще. Еременко. Самедов. Камбаров. Самедов. Глушаков. Продолжает вот этими пасами руководить действиями своей команды, не ошибаясь практически сегодня во втором тайме. Со счетом 3-1 завершается этот сумасшедший первый тайм.
Я подозреваю, что команда, уступающая в счете, может, так сказать, да, немножко побронить арбитра в перерыве, но, в принципе, задача-то у нее другая. Мяч они уступают, и какая разница, откуда он был забит? 45 минут на то, чтобы ликвидировать этот дефицит. Давайте внимательно смотреть. Очень часто именно первые 10 минут дают нам ответ о возможной смене тактики тем или иным тренером. Камбаров. Еременко. А иногда говорят, атака идет по вертикали. Мяч перехвачен защитником. Поднят флаг арбитра. Положение вне игры. И кого теперь интересует, что игрок впал, не мог забить? Шишкин. Щенников. Что-то затевается, что-то может здесь получиться. Вот момент! Не удержал мяч! Вот это мы называем от греха. Удар по воротам. Посмотрим сейчас, насколько команда отрабатывает на тренировках угловые удары. Щенников. Денисов. Соперник теряет мяч в середине. Пошла борьба. Плотность игры — непременная составляющая футбольного матча. Дума. И великолепен голкипер. Очередной корнер. Концентрировано, обучено, вот так головой довольно далеко. Ну, а если не вдруг всего и дел переиграть вратаря? Опасный момент! Забили, забили! Думаю, что можно сказать, одна из команд развалилась. Да, но зато другая-то как прет. Такие большие ворота, а мяч вошел прямо под перекладину. Давайте посмотрим еще один раз повтор, только с другой камеры. Может быть, завтра они сыграли бы совершенно по-другому, или матч был упорным бы, но мы видим сегодня то, что видим. Александр Кокорин. Еременко. Пожалуй, что это не атака, а осада, но от этого не менее опасно. Алан Загоев.
Думаю, надо бить и забивать. Не знаю, будет ли это засчитано как удар в створ. Может быть, да, может быть, нет. Но, по сути, это просто повод вратарю размяться. Еременко. Он из тех, кто постоянно балансирует на грани офсайда. В этот раз он эту грань приступил. Щенников. Дмитрий Камбаров. Перехвачен мяч. Можно отдохнуть. Бывают разные. Так нельзя играть, конечно. Бесспорное нарушение правил. Очень опасный подкат. Ну как было не свистать? Глушаков. Щенников. Худший вариант. Аут, хотя, конечно, пас безобразный, но соперник-то мяч не перехватил, а ведь могло быть и так. Дениса. Щенников. Какое-то время, конечно, возьмут, чуть переведут дух и с удара от ворот начнут свое наступление. И вот мы видим игровки нового игрока. Кто-то его выход принесет. Глушаков, Самедов. Хотел как лучше, а получилось. Дениса. Денис Глушаков. Дмитрий Камбаров. Галов, Самедов, Александр Кокорин. Но вы знаете, чтобы решиться намертво его забирать, нужно было быть смелым человеком. Шатов.
Великолепный удар, великолепный гол. Мощнейший удар, пушка просто. У вратаря нет шансов. Какой гол мы только что с вами увидали. Загляденье просто. Не только конфетка, а еще и в подарочной упаковке. Этот мяч стоит того, чтобы увидеть его еще раз. И еще, и еще. Так бывает. И не обязательно, чтобы одна команда была на порядок класснее другой. Просто у одной лучший день, а у другой наоборот. Ну и провокационный вопрос, хотя ответ известен. Да, как думаешь, болельщики довольны сегодняшним матчем или очень довольны? Болельщиков, хозяев счет на табло не может не радовать. Команда добилась легкой победы. Но вот желали ли они для себя легкой жизни? Еременко. Видим мы борьбу. Мяч отобран у игрока, но еще, как говорится, не присвоен и другой команде. Бей! Вратарь выручает команду, но мяч отскакивает и... Шатов. Самедов. Неплохой отбор. Часто говорят, передернули, да? Будут выбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Шатов. Щенников. И забирает намертво. Кокорин. Ну же! И не только вратари должны преграждать путь мячу. Мяч отскакивает от игрока и уходит за пределы поля. Режиссер трансляции дает нам понять, что изменения в составе команды грядут. Шишкин. Камбаров. Кокорин. Но это веник современного футбола. Не давать бить или блокировать удары, как получится. Шишкин. Александр Кокорин. Денисов. И не дают пробить. Не дают пробить. Очень грамотно блокирует удар. Хороший, чистый, безвопросный отбор. Удар по воротам. Ну, стопроцентный, казалось бы, момент, если бы не вратарь. Денис Бушаков. Опасный момент. Очень уверенно забирает мяч вратарь.
Еременко. Свисток арбитра завершает этот поединок. Могло быть и по-другому в смысле результата, но не могло быть по-другому в том смысле, что одна из команд доминировала. Вот почему другая команда так провалилась, это большой вопрос не только к игрокам, но и к тренерскому штабу. И на этом все. Напомню, что комментировал матч для вас Юрий Розанов. Рад буду видеть вас на следующей трансляции. И вот вам, пожалуйста. А это гол. Гол. Алан Загоев. Денис Глушаков. Дмитрий Камбаров.